Всем привет! Наконец-таки дошли руки до парусника. Около месяца, наверное, я с ним ничего не делал вообще. Занимался рассадой, луком, ну, пером. Вот. Ну, это другая тема. Значит, установил я все-таки Крюис Марсель, да? Да, вот. Да, в принципе, все по кораблику. Ну, еще спрятал провода от заднего фонаря вот этого, да? Сейчас покажу поближе как-нибудь. Его, вот он. Вот оно. Вот. И проводки идут у нас, но получается не получилось меня тут просверлить, вот. А сделал вот здесь отверстие маленькое, небольшое. Ну, незаметно. Ну, можно будет еще, конечно, закрыть. Закрою, конечно, закрою. А вплотную его ближе к корпусу, скажем так, туда кабелек просуну. И сделаю такую коробочку, прикрывающую кабель. Типа как плинтуса будет. Вот. Ну и что, и останется последний парус, да, вот эта вот часть, как он там, бизань, вот, бизанька. И, в принципе, все. И еще флаги где-то были у меня, прицепить их, и будет все готово. Вот тут немножко вот это вот еще не довязал, висит. И не пообрезал тут некоторые еще от блоков отходы, скажем так, не так вот. Ну и что могу сказать? И можно будет приступать к следующему паруснику, да? Как я там говорил, у нас будет чайный клипер Катти Сарк. Вот.
Одну часть чертежа я уже распечатал, все в масштабе сделал, и нужно будет следующую тоже также распечатать, подготавливать фанерку, ну и потихоньку все делать. Ну а на этом у меня пока все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока.